Из латвийских городов отправляемся в одну из европейских столиц. Как уже мы сообщали, за рубежом открылись сегодня 99 избирательных участков, в том числе и в бельгийской столице Брюсселя. С нами на прямую телефонную связь выходит специальный корреспондент латвийского радио в Европе Артем Конохов. Артем, добрый вечер. Какие последние новости из Брюсселя? Мы знаем, что там обычно много латвийских чиновников и политиков. Как проходят выборы в Сейм в бельгийской столице? Да, здравствуйте. Действительно, в Бельгии, в Брюсселе находится второй по величине участок после Лондона, только в Лондоне участок крупнее. И в Брюсселе всегда активность избирателей достаточно высокая. Уже примерно к 4 часам по бельгийскому времени, по брюссельскому времени, проголосовало более 600 человек, что больше, чем на предыдущих выборах. И вполне возможно, что до конца дня проголосует примерно 1000 людей. Но это только отчасти связано с тем, что люди хотят проголосовать. Просто в Брюсселе на данный момент живет больше граждан Латвии, чем жило во время предыдущих выборов в Сейм, так как количество чиновников и дипломатов увеличилось в связи с ожидаемым председательством в Европейском Союзе, поэтому в Брюсселе просто живет больше граждан Латвии, примерно 2000 такое число, хотя официально, конечно же, точных данных нет. И чем отличается Брюссель от, возможно, других участков за границей, а также в Латвии? Брюссель отличается тем, что люди свой выбор делают достаточно быстро. Они в основном по своим профессиональным обязанностям следят за политикой, они хорошо информированы, и они уже сделали свое решение до того, как пришли на избирательный участок, и к моменту, когда им нужно голосовать, они уже знают, за кого они хотят голосовать, и поэтому делают это достаточно быстро, долго не задерживаясь в кабинах. Так что активность, как говорится, достаточно высокая и ожидается, как я уже сказал, до конца дня вполне может быть, что будет 1000 проголосовавших. Коллеги?